Вот это школьный двор школы номер один. Это игровая площадка. А вот обратите внимание, кто-то срезал искусственный газон, а остался один бетон. Вот. Также вот сетку, видите, она вся изодрана. А вот никто ничего не меняет, никому ничего не нужно. Вот это дорога. Обратите внимание на стену. Побелки давно не было. Вот. А это запасные выходы. Они все заколочены. В случае пожара дети просто-напросто сгорят в школе. Это грубейшее нарушение техники по безопасности. Вот так вот. Вот таким угрозам подвергаются дети первой школе имени Александра Сергеевича Пушкина в городе Балканабад. Вот стены. Посмотрите, окна зарешочены. Вот вам еще нарушение техники по безопасности. И вот дверь из актового зала. Она вообще закрыта. Забита, заколочена. Вот здесь вот на перемене дети отдыхают. Вот, обратите внимание, какие дороги, покрытие в школе. Вот, и как обычно, все заколочено. А это единственный источник воды в первой школе. Видите, да, как все зеленое покрылось плесенью, заросло. И вот дети отсюда пьют. Вода не кипятится, не дезинфицируется, не очищается. Ну вот, раз уж я делаю репортаж о первой школе, вот, обратите внимание, стены не покрашены, хотя с родителей каждый год берут деньги на побелку, покраску. Вот, ну раз мы делаем честный репортаж, вот, какой мусор, он не убирается, вон там дальше тоже мусор валяется. Ну и теперь я вам покажу, какой внутри туалет. Обратите внимание, мы заходим в туалет. Это туалет первой школы. Видите, да, летают мухи. Вот. Хорошо, хоть камера не может передать запахи. Вот посмотрите, там забито. Тама. Вот. Везде окурки, спички. Видимо, школьники сюда приходят перекурить. Ну и повторюсь еще раз. Хорошо, что камера не передает запахи. Вот в такой туалет ходят ученики школы номер один. Вот. А там вот стена. Посмотрите, тоже не побелена. А посмотрите на потолок в туалете. А вот там обваливается бетон. В этот туалет просто-напросто опасно ходить. Вот в таких условиях поучился бы внук президента Туркменистана, походил бы в такой туалет. Надеюсь, ситуация бы исправилась. А вот обратите внимание, это внешний вид школы. Ремонта не было давно. Вот там тоже все подтекло, порушено. Стекла, видите, как разбиты. Обратите внимание на кондиционеры. Вот на покупку этих кондиционеров деньги складываются родители. Для того, чтобы дети их зимой были в тепле, а в мае и в сентябре в прохладе учились. Государство никаких средств не выделяет. Вот 149 квартал. Обратите внимание на окна. Эти, они разбиты.
разбиты и нет стекол. Это и есть фасад школы номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот здесь в таких невыносимых диких условиях учатся